Доброе утро, Москва. Сегодня 25 августа. На улице пасмурно, местами туманы с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха уже составляет плюс 16 градусов ровно. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабо выраженного промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западных румбов 3-8 метров в секунду. В Москве днем воздух прогреется, внимание, до плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье до 22-27 тепла, что на 5 градусов выше, чем положено по климатической норме августа. Атмосферное давление немного понизится и к исходу дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Это была погода от Центра Фобос. Я Евгений Тишковец. Доброго дня!